Почему решение суда не исполняется? Такой вопрос задавали заместителю начальника специализированного отдела судебных приставов по Московской области Екатерине Ражевой. На приеме также присутствовали представители Главного управления региональной безопасности Московской области и администрации городского округа Пушкинский. Первыми пришли представители многодетных. К их домам на землях ИЖС нет дороги, а она должна быть асфальтированной. Приходится идти пешком по полю. Дознаватель, я прошу особо на это производство обратить внимание, в настоящее время направлялось требование судебного пристава. У нас сегодня присутствует здесь дознаватель нашего отдела, который будет фиксировать о том, что решение суда не исполнено, меры администрации не принимала никаких. Вы в настоящее время не можете осуществлять строительство домов, чтобы в дальнейшем пользоваться. Конечно. Пара из братовщины поинтересовалась, когда им дадут жилье в пределах села. Именно так прописано в решении суда. Но им не предоставили квартиру по договору найма. Вопрос от пристава администрации. Проблема в том, что был заключен договор о комплексном развитии территории. Администрация все-таки добилась. Раньше отодвигались эти все сроки, так как у нас большая, достаточно, ну, большой объем по переселению. Вот. Продвигались сроки до 30-го года, но сейчас мы добились, что мы расселять будем данных граждан до 31 августа 2024 года. Жители согласились на то, что им предоставят квартиру с удовлетворяющими условиями не в братовщине, а в равноценном населенном пункте округа. В селе нового жилищного строительства не ведется. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.